Владимирские добровольцы отправились служить по контракту. Новая группа бойцов сформирована. После обучения и подготовки они отправятся в зону проведения специальной военной операции. Это трудное и ответственное решение. Причина отправиться на передовую у каждого солдата своя. Друзья погибают, решил тоже помочь с вами. Я думаю, все-таки я патриот за нашу страну, так как я в ней проживаю всю жизнь. Поддержать добровольцев пришли представители власти и волонтеры. Они передали солдатам письма с пожеланиями от детей. Самые близкие люди, конечно, переживают. Бабушка Егора уверена, подобный выбор сложный, но правильный. Не каждый на такой шаг идет, потому что все знакомые, близкие говорят, да зачем он, да зачем? И кто-то должен защищать нас, чтобы нам спокойно и хорошо жилось. Депутат законодательного собрания области Дмитрий Третьяков пожелал новобранцам удачи и напомнил, что тысячи людей, знакомых и незнакомых, молятся за них. На самом деле, кому горло поступает, потому что смотришь на наших земляков, понимаешь реально, что они уже герои, понимаешь, что впереди тяжкая служба. Поэтому, с одной стороны, гордость, что Владимирская область воспитывает таких сыновей, а с другой стороны, конечно, чувство такое тремора, потому что переживаешь реально за них. Всю необходимую информацию по отбору можно получить на сайте службы по контракту.рф, а также в военном комиссариате по месту жительства.